По инициативе руководства медной обогатительной фабрики и медиплавильного завода Алмалыкского горно-металлургического комбината начато строительство новой автостоянки на территории медной площадки. Ее предположительная вместительность около 1000 автомобилей, а сроки строительства запланированы самые кратчайшие. Новая автостоянка строится с целью разделения транспортных средств работников, а именно те, кто приезжают из других городов и районов, отправляются на старую автостоянку. Наши же горожане будут размещаться на новой. Такое разделение позволит обезопасить работников медной площадки, ведь для приезжих и городских теперь два отдельных блокпоста, на которых специалистами городского центра здравоохранения с помощью тепловизоров измеряется температура тела приезжающих, а машины обрабатываются посредством дезинфекционных барьеров. Скорая медицинская помощь дежурит круглосуточно для того, чтобы оказать первую помощь. Сегодня мы уже, наверное, целую неделю совместно с медно-обогатительной фабрикой трудимся для создания благоприятных условий нашим работникам. То есть, а именно, блокпост, находящийся на территории Алмалыкского химзавода, мы перевезли, как вы видите, вот возле около подстанции «Адалат». Здесь провели многие-многие работы, а именно создали условия так, как и работникам блокпоста, так и нашим трудящимся. Как вы видите, сотни автомашин вдоль дороги расположены. Это может привести к большим неудобствам, приводит к транспорту грузовому. Поэтому совместно с медно-обогатительной фабрикой рука в руку, значит, решили администрация, и мы внезапно, срочно, экстренно строим автостоянку. Внутри медной обогатительной фабрики и медиплавильного завода соблюдаются строгие правила карантина, в том числе обязательная взаимная дистанция в 2 метра.